Супрун рассказала, как лечить грипп и ОРВИ. Обычную простуду или ОРВИ с легкими симптомами лечат только постельным режимом и обильным питьем. При обнаружении легких симптомов простуды и острых респираторных вирусных инфекций, ОРВИ, нет смысла покупать лекарства. Об этом заявила ИО, министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook в пятницу, 26 октября. Обычную простуду или ОРВИ с легкими симптомами лечат только постельным режимом и обильным питьем в течение 3-5 дней. Организм вполне может справиться с вирусом сам. Что касается препаратов, которые уменьшают боль в горле или облегчают кашель, за границей такие лекарства не применяют, поскольку они не имеют никакой доказательной эффективности в лечении этих симптомов, а просто ненадолго облегчают состояние больного, написала она. По словам ИО, министра, симптомы гриппа отличаются от простуды. Симптомы гриппа развиваются резко, почти мгновенно, с температурой до 40 градусов, болью в глазах, ломотой в мышцах или ознобом. В таком случае нужно сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением, подчеркнула Супрун. Она отметила, что для борьбы с простудой у нашей иммунной системы достаточно ресурсов, главное, не мешать. Супрун также призвала украинцев вакцинироваться от гриппа. Одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа, ведь поможет сформировать иммунитет против вируса, объяснила она. Ранее Супрун объяснила, как правильно чихать. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.